все нарядили, все горит уже, светится. Максим, что так мало людей сегодня, а? Ты не знаешь? Максим, ну повернись на лицо, да лицо твое снять хоть. Где Алла? Алла. Почему так мало людей, Алла? Скажи. Потому что понедельник. Потому что что? Понедельник. Красота, конечно, небо фантастическое. Ребята, скоро каток открывается. Вон его монтируют, пацаны. Пока можно пиццу поесть.
Небо фантастическое сегодня. Просто бомба. А? Пойдем. Детишки, вы замерзли? Вот представьте, у вас такое состояние, вам загадка, вопрос вернее. Вот парковка для велосипедов, вы бы могли здесь одну ночь переночевать вот в таком замерзшем состоянии? Да. Нет? Ну, хорошо, а за деньги? За какие? За какие? Ну, давай, за 100 тысяч долларов. Нет. Аленька, мы когда-то здесь жили, представляешь, с мамой? Максим, на этой улице. Здесь так красиво. Друзья, так интересно вообще. Смотрите, дом Лапина. Домик для мамы и малыша. Просто удивительно. Просто в лесу стоит домик. Заходишь сюда, вот так смотрите. Раз. Опа, свет включил. И как бы попадаешь в вот такую комнату, где можно положить ребеночка поспать. Я так предполагаю, поиграть здесь с детишками можно. Супер тема. Молодцы. Парк раздолья — это очень крутая тема. Чешский тридельник. Вообще бомба. Чисто помёрзнуть приехали. Давайте вот здесь пройдёмся, здесь больше места. Давай, что-то лишь. Максим, что сделать? В этом фоне есть. А? Фоткать нет.
фоткать а хорошо. Сим, ну как тебе гуляется? Слушай, правильно Света говорит? Алла, ты видишь, что творится? Максим, походу, себе невесту уже нашел. Максим, это кто? Аленька, сейчас стоим, кого ждем? Нормально, ребята, кота мы накормим. Нормально, его поднять невозможно. И это еще не все. Артур! Артур! Ты прям под цвет пола.